сегодня у нас новый мастер-класс, как сделать быстрый узор для взрослых, для подростков, для девушек, для мам, для бабушек, для кого хотите, и для себя, чтобы быть красивыми и ходить и всех радовать. Так, для этого мы используем спонжики. Опять же повторюсь, что спонжики я заранее дома нам споласкиваю, отжимаю, и пока веду, чтобы они немножко подсохли, чтобы они были не сильно влажные, либо сухую салфеточку вытираю. Так, набираю, в принципе, если у вас нет нужного скрипкейка, смотрим на одежду, какая у девушки одежда, там, да, чтобы подходила, то можно брать поочередно в одну красочку и в другую. Я немножко сжимаю так шарик, чтобы около края глаза он был миленький. Пока красочка влажная, можно использовать такой специальный поляризатор для блесточек. Туда можно наложить любые блесточки, глазки не открываем. Также можно использовать обычную пушистую кисточку, можно небольшую, если небольшой объем, а такую достаточно плоскую, допустим, вот такую, да, если нужно что-то подкорректировать около века или краску распушевать. Макаем блесточки. Three's not a crowd, I'm a man, she likes boys, she likes girls. Используем такую скошенную кисточку, очень удобно, чтобы делать разные узоры. Twist her little fingers round those supernatural curls. There's a spider in her eyes, something she can't disguise from me. Я так вам перевела еще кисточку, когда рисую. Если у нас судно, пошел в другую сторону. Либо какие-то лепесточки, да, постоянно крутим. Смотрим, чтобы в серединке был один точек света. В принципе, есть узор, где есть разные. Допустим, листочки можно сделать по-разному. Блесточки также можно наносить, если вообще весь фон подсох и вы не знаете, что уже делать. Некоторые, конечно, наносят пальцем, но на всех пальцев не хватит. Если вы работаете несколько часов, то потом вы запачкаете себя и человека, да? Можно взять кисточку просто обычную, намокаем ее в блесточки. Просто как будто его рисуем. Фон можно наложить не очень ровно, где-то какие-то края могут быть скошены. Это не важно, главное, как вы ввели. Не рисуем сверху спецкейком, если у вас фон еще не высох. Ждем, пока все высохнет, чтобы краска не перемешивалась. Стики можно делать как сверху вниз нажатием, отпускаем, чтобы был тоненький кончик, так и наоборот, смотрите, от тоненького к большому. Немножечко разной формы получается, но можно делать так и так. Усложняют, так скажем, утяжеляют, тоже это время делать ее богаче. Наберем на спонж краски, только эта краска практически полусухая. Либо белым цветом, там, либо черным двойным. Чем больше обходок разных цветов, тем как-то интереснее.